Бабричный пруд поселились сотни уток. Среди них есть и редкие виды, которые занесены в Красную книгу. Обычно утки улетают на зимовку в теплые края. Но в последнее время перелетные птицы предпочитают оставаться в городах. Главное для них найти место, где есть незамерзший водоем и люди, которые накормят. Горожане уже приходят на пруд и приносят хлеб и семечки. Фраза Бенедикта Камбербэтча из «Доктора Стрэнджа» стала мемом. Пользователи соцсетей подхватили слово главного героя. Он произносит ее при встрече со злодеем, чтобы уговорить его оставить человечество в покое. Дармам, я пришел договориться. Так она звучит. Дармамо, я пришел договориться. В сети принялись активно использовать данную фразу для описания трудных жизненных ситуаций. В частности, для разговоров с родителями и преподавателями. Риутовчанка Мария Соцкова стала второй на гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходили в столице Франции. По словам самой фигуристки, турнир в Париже был очень трудным. Выступление было не идеальным, а значит, есть над чем работать. Следующий этап гран-при пройдет в Японии. Желаю Марии завоевать золотую медаль. В Реутове скоро начну заливать катки. Погода уже позволяет. Новая площадка появится между двумя спортивными полями на стадионе «Старт». Площадь катка превысит 3000 квадратных метров. Он станет самым большим в городе. Это позволит кататься здесь всем желающим. Также на территории «Старта» откроется привычный горожанам малый каток. Среди них... Новая площадка появится папа. Забыла. Фраза Бенедикта. В Реутове начну заливать катки. Тишина. А что там вообще? Это позволит всем горожанам? Нет, так это и снегопад или ледяной дождь, который... Слишком радостно.